Девочки и мальчики, в школе вас уроки ждут. С папой математика, с мамочкой грамматика, а с бабушкой и дедушкой великолепный труд. Для начала, ребята, в следующем экзамене нужно выполнить еще одно задание. И оно называется «Составим слова». Вам нужно составить два слова. Школа и парта. Школа и парта. Да, сейчас вам раздадут карточки с буквами. И вы составите два слова. Школа и парта. Музыка остановится. Смотрите внимательно. Сейчас школа, парта. Школа, парта. Школа. Школа. Все карточки сюда, все где приложили, чтобы нам было видно. Школа. Так, где же у нас буква Л спряталась? Так. Шкла получилась. Где же буква О спряталась? Максим, где буква О-то спряталась? Парта, поднимите вот так все карточки, чтобы я видела Ксюшу. Гриша, вот сюда. Вот так, девочки, мальчики. Вот так, девочки. Вот так. София, вот так. Димочка, вот так. Ну, так, я давай как бы не увижу Антошку. Вставай. Парта! Ну, пускай нас оценят родители. Как правильно, ребята, составили слова? Первое задание выполнили. А с математикой вы дружите? Да! Очень хорошо. Стоит клен. На клене две ветки. На каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен? Две. А я сказала, надо быть очень внимательными. Всем вишни. Так, еще раз слушаем задачу. Слушаем внимательно. Стоит клен. На клене две ветки. На каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен? Четыре. Так, здесь спросила. Здесь, может быть, никто не скажет правильно. Нет. Так, громко говори. Нет. Нет чего? Вишен. Нет вишен. Почему нет вишен? Потому что на клёне не растут вишни. Совершенно верно. Согласны? Да. Или растут на клёне вишни? Нет. 6, 4, 10. Нет? Нет. Ладно, следующая задача. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков у бабушки? Один. Еще кто как думает? Один. И как же зовут внука или внучку бабушки? Как зовут? Маша, совершенно верно. А почему одна только внучка-то? Да две внучки. Конечно. Так, следующая задача. Шесть грибов нашел Вадим. А потом еще один.
Кто ответит на вопрос? Семь. Сколько он гал грибов принес? Семь. Молодцы, как вы быстро решили эту задачу. Так, три стороны и три угла знает любой дошкольник. Фигура называется, конечно... Треугольник! Отлично, молодцы! А сколько ушей у трех мышей? Сколько ушей? Шесть! А вы как думаете? Шесть! Молодцы, отлично решили! А сколько лап у двух медвежат? Шесть! Они быстро все решают. Вот молодцы. А сколько концов у одной палки? Два. А у половины палки? Три. Она хоть и половинка, но у нее ведь тоже есть начало и конец, да? Так, ну молодцы, все мои задачи решили. Вот это да, быстрее всех соображают, на все вопросы быстро отвечают и такие сложные примеры решают, да? Удивили вы меня. Ну а теперь у нас переменка, и я предлагаю вам выиграть игру. Были дети.
Молодцы, мои друзья. Вот для вас еще игра. И называется она «Веселый счет». И вам нужно будет построить числовой ряд от 1 до 10. Слева направо. Задание понятно? Yeah.
Школьная жизнь для вас настает, новых забот и хлопот вас доставит, всю вашу жизнь перестроить заставит. И сейчас мы немножечко с родителями поиграем. Я задам несколько им вопросов, а они должны мне ответить. Я им помогу. Кто будет вечером заводить будильник? Бабушка. Конечно. А кто за формой первоклассника следить? Мама. Так, одну. Кто в 6 утра будет вставать? Брат. Это моя бабушка. Кто будет завтрак первым съедать? Я. Это я. Кому же придется портфель собирать? Али. Соседу. Кто будет буква ежедневно читать? Я. Кто будет плакать, оставшись без сил? Учитель. А кто виноват, если ребенок двойку получил? Ученик. Правильно. Кто на собрание будет ходить? Мама. Папа. Кому первоклассника в школу водить? Правильно. Ну а сейчас родители дадут клятву, как они будут помогать своим детям в школе. Я вас не знаю. Детям в учебе поможем всегда. Да. Что бы детьми была школа, горда. Ага. Да? Да. Вас не пугает задач чехарда? Нет. Формулы вспомнить для вас ерунда? Нет. Нет. Ребят, запоминайте ответы. Дети не лупить никогда. Да. Только слегка пожурить иногда. Да. Будем спокойны, как в речке вода. Нет. Да. Мудрыми будем, как в небе звезда. Да. Будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда, и сюда. Иногда. Да. Когда завершится учеба страдать, вместе с детьми погуляем тогда. Да. Да? Да. 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 Вот теперь мы спокойны за наших детишек, все у них будет хорошо. А вообще-то наши ребята и сами справляются со всеми трудностями. Что ж, дорогие ребята, наступает этот грустный момент, миг, которому ни один воспитатель до сих пор не привык. Девочки ставят такими красивыми. Ой, только бы были всегда счастливыми. А мальчики взрослые, без сомнения. Пусть же судьба вам подарит веселье. Учитесь, трудитесь, дерзайте, мечтайте. Огромных высот в жизни вы достигаете. И нас, кто любил вас так, не забывайте. А в нашем зале становится тише. Слышно стало биение сердец. Ждет начальная школа детишек, наших звездочек, дорога чудес. Thank you.
очень помог в школе жить. Спасибо! 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 Спасибо!
Давыдову Максиму.
начале детского сада получает заблагого имени. Thank you.
благодарны за ваш неоценимый вклад в музыкальное развитие наших детей. Вы не только передали им знания и навыки, но и привили любовь к музыке, которая станет для них источником вдохновения и радости на всю жизнь. Благодаря вашей работе наши дети выступали на сцене, участвовали в концертах и конкурсах, где демонстрировали свои достижения. Эти моменты навсегда останутся в нашей памяти и сердцах, наполняя нас гордостью за наших детей. В этот торжественный день мы желаем вам нескончаемого вдохновения, творческих успехов и благодарных учеников. Пусть ваш талант и преданность своему делу вдохновляют новые поколения юных музыкантов, а ваши усилия будут вознаграждены их достижениями и любовью к музыке. Разрешите вам вручить. Avoir une fille, une petite opale, plus
Dieu qui brille, une pensée pâle, avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose, avant ses gammes, avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable, avoir une fille, c'est faire un cri. Шарики воздушные, не видят.